Так, и снова утки Обского моря. Вот я прибежал. И они вот в этом заливчике. А, кстати, вон те утки тоже. Вот эти, не знаю. Вон два селезня, кстати. Более ярких таких. Или стоп. Три селезня. И одна уточка, вон, которая справа дальше всех. Она более серенькая такая. Это интересно. Как это работает у них. Что такое? Так, подойдем поближе. Сегодня такой хороший осенний денек. Я прибежал, как обычно, поздновато, но все равно прибежал. Красота вокруг. Семьи здесь на пикниках. Россия, как сказать, вот такой страной можно гордиться, скажем так. Еще поменьше мусора, поменьше всяких эффектов. Вот так вот, как бы. Вон они. Привет. Плывут даже ко мне. У меня ничего нету. Я вас только могу заснять, товарищи. Вон они. А, кстати, первая уточка. Я раньше уже говорил, уточки, они более смелые, оказывается. Вот она ближе всех ко мне. Красивые птички в самом-то деле. Все еще здесь, но скоро будут улетать, я думаю, через пару-тройку недель. Торжественно проплыли, да? Круто, круто. Ага, первая уточка. И за ней более трусливые селезни. Они, кстати, даже чуть побольше. Ладно, что, вот как бы есть у нас уточки. До сих пор плавают. Как бы тоже радуются жизни. И вместе с людьми, так сказать, совместное проживание успешное.